Ну что, ребята, в общем, все готово. Результатик. Ну, естественно, косяки есть. Без косяков никак. Это пыль. Это раз. И плюс то, что, как я и говорил, я буду красить более такой густой краской, чтобы как бы, ну, чуть пористая вот такой. В принципе, нормально, я думаю. Норм. Вот, короче, вот так вот. Чуть подтек, что ли? Не, кстати, без подтеков. Краску вообще, то есть, не разбавлял ни с чем. Ну, естественно, с отвердителем, без всякого там разбавителя, то есть, короче, ничем не разбавлял краску. Так, ребята, ребятишки, сейчас расскажу такую вещь. В общем, то видео после покраски, вот, первое. Первый раз я покрасил чисто краской акриловой. Но меня результат вообще не устроил. Меня результат вообще, честно могу сказать, не устроил. Потому что на крыше такие были, такие пятна прям. Через пару дней я тачку замотовал наждачкой, 500-очкой. Потом покрыл еще один слой краской акриловой. Сейчас прям можно увидеть отражение. Вот. Пыль, естественно, присутствует, потому что это гараж. Вот, ребята, вот такой вот результатик. Вот так вот все блестит. Лак D800 нормальный, но как посмотрел я видео, там мужики говорят, типа, и можно прям накидывать, то есть прям наваливать. Но что-то, ребят, конечно, и можно наваливать, но кое-где у меня есть подтеки, то есть, наверное, штуки 3 где-то, 3 подтека. Ну, в принципе, это фигня, это ее все можно убрать. То есть это ни о чем. А так вообще все прям ништяк по красоте. Лак особо не текет, но если вы переборщите, то он потекет. В общем, вообще прям огонь, ну, мне прям нравится. Вообще цвет такой прям вообще. То еще можно будет потом заполировать. Ну, сейчас я как тачку соберу и сниму конечный результат. Вообще вот. Конечный результатик будет. Но чуть попозже, пацаны. Чуть попозже. Ну все, ребята, как-то так вот. Сейчас буду красить, буду подготавливать борта и капот. Как это все покрашу, буду тачку собирать. Тачку соберу и потом еще видюху сниму. Ну, что так вот, пацаны. Вот, ребят, капот просиликоненный. Все вот эти шовчики. Вся ржавчина зачищенная. Сколько смог, прям постарался зачистить всю ржавчину. Сейчас будем грунтовать капот. Так вот, ребят, покрасил капот изнутри. Покрасил я его грунт 3-1 по ржавчине. То есть эмаль вообще блестит идеально. Уже почти сутки сохнет. Но пускает эта краска медленно, потому что она с всяким добавлением там лака и прочего. Плюс у нее есть блеск отличный. Еще в 3 слоя. Вот эти вот шовчики просиликоненные. Силиконом таким строительным. Каждого. Шовчик видим, все просиликонено, потому что когда движок, ну, работает, а родной уже отходит, он в нескольких точках, родной силикон или как он там
начинает шуметь капот. А сейчас он шуметь уже не будет. Короче, как-то, ребят, вот так вот. Всем здорово, пацаны. Короче, идет процесс. Процесс покраски автомобиля. В общем, очередь доходит до бортов и до капота. Борта загрунтованы. Все, короче, зачищены 500-й наждачкой. Также капотик загрунтованный. Также 500-очкой наждачкой зачищенный. Снизу он уже крашеный, как я и говорил. Ну вот, в предыдущем видео. Вернее, в предыдущем отрывке. То есть капотик снизу чуть маленько другой цвет. Там 3:1, там грунт по ржавчине. Тоже отличная вещь. Сейчас буду красить, ребята. Вот, пацаны, вот такой вот лак D800. Разбавляется 2:1. 2:1 это очень просто. Это, допустим, на 300 мл 150 мл отвердителя. Соответственно, на 500 мл 250 отвердителя. Короче, 2:1. Вот такая, ребят, поверхность. Просто акрил. Без лака. Такая вот, ну, она блестит, но не совсем. Вот, ребята, после покрытия лаком D800 на акрил. Само собой, не без мусора. Мусор везде есть. Гараж. Короче, пацки собираю аппаратик после покраски. До 3 ночи. Сдают, бывает, нервишки. Вот так вот фару, короче, со злости. Да. Нормально, короче, блестит. Но меня так устраивает, конечно, без полировочки еще. Уже поверхность такая пыльная, ну, спустя неделю покраски. Вот борта у меня, ну, борта менее пыльные. Потому что стоят так вот они. Ну, короче, ништяк, мне прям нравится. Пацаны, если вам нравится вот такая покраска, то ставьте пальцы вверх.